Всем привет! С вами магазин Fitbitshop.ru, меня зовут Завел Фитей. Сегодня расскажу про рюкзак компании Nalatur, модель Slim 8. Рюкзак позиционируется как рюкзак для занятий велотуризмом, для каких-то, для, допустим, бега многокилометрового, допустим, по горам, скайранинг какой-то, либо для марафонцев. Рюкзак тоненький, имеет вдоль спины у него идут два валика, которые создают между собой вентиляционный канал. Плечевые ремни внутри обработаны эрмеш-сеткой, ну и вот эти два валика, они тоже с эрмеш-сеткой, довольно крупной фактурой. На плечевые ремни сделаны наполнители где-то порядка 5 мм, достаточно рыхлый такой, такая пеночка рыхлая, типа из алона. На плечевых ремнях есть два D-образных кольца для присоединения телефона, рации, либо разгрузки рук. Есть разгрузочные ремни, стяжной, грудной, с эластичным компенсатором, который регулируется по высоте. Плечи регулируются 25-мм пряжками. Ход пряжи достаточно легкий, фиксируется все неплохо. Также существует здесь у этого рюкзачка поясной ремень, который создает дополнительную фиксацию вашему грузу. То есть в момент какой-то активности, допустим, велосипеда или бега, вы можете дополнительно зафиксировать ваш груз, который находится в рюкзаке. Ну, как правило, в таких рюкзаках транспортируются какие-то дождевики. Ну, то, что нужно для, допустим, какого-то бега или радиального выхода, там, допустим, дождевик, перекус, что там, GPS, батарейки, фонарик, что-то такое подобное. В этом рюкзаке воду, например, можно транспортировать. Пояс у нас отстегивается, можно убрать, если он вам не нужен. На фасаде рюкзака, сразу начнем, есть такой карман вот размером с мою руку, то есть он до дна примерно. На всех молниях такие пластиковые полукольца, удобные прихватки, очень удобные. Потом есть еще один кармашек, достаточно объемный он, порядка, наверное, здесь, наверное, 3 литров, 4 объем. Двух замковых молний на этом кармане. Тут у нас есть крепление для велошлема, то есть большой объемный карман с эластичными здесь вставками, сетки с обоих сторон. То есть он так растягивается, сюда можно засунуть велошлем и все это дело зафиксировать на фастексы. Фастексы безымянные, так, названия здесь нету. Да. В этот карман также можно положить дождевик, куртку или что-то там, толстовочку, что-то еще подобное. Сбоку утяжек никаких нету, ну вот кроме вот этих двух, естественно, да, которые фиксируют шлем. Но ими же можно немножечко уменьшить объем, как все это дело сделать. Вход в основное отделение, двухзамковая молния с теми же самыми укладками, довольно удобными. Внутри одно отделение, никаких карманов нет. Вот можно пощупать, вот я щупаю сейчас накладку. Здесь у нас получается, сейчас я вам покажу, здесь вдоль спины, я вам не показал, вдоль спины есть карман для гидропака, то есть вот прикрепляемый пункт, сюда можно положить, вот вдоль всей спины есть такой карман. Можно положить емкость вот гидропака сюда. С двух сторон, получается, с внешней стороны у нас есть пенка, и с внутренней стороны пенка, и ваша вода в этом гидропаке, она будет, получается, находиться как бы в термосе. То есть с двух сторон пенка, она очень термоизоляционная, допустим, прохладную воду вы положили, в момент в жаре, когда вы едете на велосипеде, она у вас не греется, ну и вы пьете прохладную воду, наслаждаетесь ею, тем самым обогащая организм необходимой жидкостью. С вами был Завел Фидель, компания магазин Fitbitshop.ru. Это рюкзак Slim 8 от компании Nalatur. Всего доброго, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.